Начали, окей. Всем привет, дорогие друзья. Так, секундочку, оп. Да, действительно, секунду. Ребят, всем привет еще раз. В общем, нашел для вас вот такой видеоролик, который записывал 4 апреля 2020 года. То есть, примерно полгода назад. Вот, можете сравнить, как, может, голос изменился, еще что-то. В общем, суть видеоролика, PES20, где я открывал суперкрутые паки, и в которых мне, между прочим, выпал один такой маленький человечек. Вы узнаете, кто, примерно через 5 секунд. Ну, и видеоролик сейчас прям начнется, мне нужно протянуть 5 секунд. Вот, раз, два, три, четыре, пять. В общем, приятного просмотра, погнали. Вы на канале RusFPS, и сегодня у нас топовый покопанинг. По названию вы уже догадались, что это будут паки донатерские, да, точнее, как вам сказать, за валюту, которую можно приобрести за донат, но она получена недонатным способом, поэтому я по праву могу ее считать, ну, вот эти паки, не донатерскими, и они у меня залетают в плейлист боксы недонатера, вот. Ну и перед тем, как мы начнем просмотр, я вам предлагаю подписаться на канал, поставить лайк и посмотреть предыдущую часть, где я выловил одного сумасшедшего парня из Барселоны. Вот. Там очень жаркий покопник, целых 14 паков открыл, и там были годные игроки. Вот, подсказка вылетает, если она вылетает, я надеюсь, не забуду ее поставить. Вот, надеюсь, вылетает сейчас она. И все. Вот, посмотрите, потом возвращайтесь сюда. Вот, а в принципе, если вам лень, то можете сейчас прям начинать смотреть этот видеоролик. Сегодня у нас будут паки, по названию вы уже догадались, что паки Барселоны и Реал Мадрида. Конечно же, если бы это были паки Реал Мадрида с... Как вам сказать? Да, и еще сегодня, возможно, я открою несколько паков вот таких. А возможно, там что-то годное выпадет, потому что у нас целых 900 золота. И как раз 3. 3 и 3. Вот. В принципе, годный покопанинг будет сегодня у нас. Если бы тут был Криштиану Роналдо, конечно же, было бы немного поинтереснее. Ну, у нас, в принципе, здесь нужен мне будет Рамос. Вот Рамос, он мне как кость в горле, постоянно что-то сейвит, везде тащит. Отбирают, поэтому первый пак поехал, хочу Рамоса себе. Только не самый убогий игрок, только не самый убогий игрок, только не самый убогий игрок, пожалуйста. Так, ну понятно, Испания. Реал, и это так, Абибас, это кросс. Это Бензема, самый лучший игрок из этого пака. Такой в соке встал. Ну слушайте, Бензема. Так. Тот игрок, которого, если вы... Ну, короче... будет у меня нападающим место кое-кого. Если вы еще не смотрели тот покопанный предыдущий. Так, следующим идет пак Барселоны. Поехали. Я надеюсь, там мне выпадет тот самый... Та-та-та-та-тан! Тан-та-та-та-та-та-тан! Там просто трек такой... Кто это такой? Гном! Да! Я прошел эту игру. Все. Вы не понимаете, я просто у себя дома стою вот так вот, как в Титанике, руки развел. Растяжку делаю. Ой. В песке пойма... Вот, ребят, чтобы вы понимали. Я сейчас думал, что мне... Знаете, что выпадет? Сейчас я вам скажу. Какие-нибудь... Ну, скорость, конечно, не очень, но... Все остальные статы под 99. Я думал, что мне выпадет сейчас какая-нибудь... Нечто подобное. Ну, вот, все после пике. Я даже не знаю, открывать дальше паки или нет. Ну, в принципе... Мне здесь нужен кросс. Поэтому поехали. Нет, ладно, не буду эти паки открывать. Они какие-то стрёмненькие. Поехали еще пару паков от Барсы и от Реала. Фух. Ну, слушайте, мы за два пака дропнули самых лучших игроков. Это Бензема. Ну, в паках именно. Бензема и Месси. А так, а это кто? Опять Бензема, что? Нет, это кросс, да? Это Хамис. Так, а он на цапнике или на... Так, он на АПЗ, но у меня есть Дели Алли. Ну, будет еще Родригес, в принципе. Хотя я не играю с цапником, я играю с тремя
Хотя, может быть, подойдет. У меня там черчесовская схема есть. Итак, поехали. Это у нас уже четвертый покопенинг. Тьфу, у меня уже... Та-та-та-та-ра-тан. Тан-тан-та-та-та-та-ра-тан-тан. Это Гризман, я надеюсь. Нет, это Найк, значит, это Джорди Альба. Слушайте. Нет, это... Забыл. Бускетс. 92, так, 92. Слушайте, он тоже подходит по черчесовскую схему. И это круто. Я не знаю, буду ли я открывать тот пак. Но вот у нас еще один пак Реала. Поехали. Я предлагаю... Нет, не буду скипать. Нет, ладно, скипну. Так, Йович, у него 88, серьезно? Он же еще такой молодой парень. Вы что, какие 88-то, вы че? Ну, слушайте, это, знаете, такой молодой Бензима получается. Ну, это круто. Это круто. И последний пак. Слушайте, а здесь кто? Так, ну тут на самом деле так себе игроки, да? Так, ну тут... Да, тут так себе игроки, они мне, надеюсь, не нужны, да. Они мне не нужны. Так, а здесь у нас Риверплей тоже хреновенькие. Ну а здесь мне нужен только из них Тони Круз. Может быть, Дибала. Остальные, ну, не нужны. Так, Барселона. Я предлагаю тоже скипнуть. Раз, два, та-та-та-та-та-тран. Фух, я сейчас оперся об стол. Я вот сейчас реально пойду решать ЕГЭ дальше по истории. Потому что два Месси, я серьезно, я даю слово, я сейчас решаю ЕГЭ, два варианта и делаю, и читаю три параграфа по обществу. Блин, три параграфа по обществу, что-то я загнул. Три параграфа по обществу читаю. Я не знаю, когда я выложу эти видеоролики, наверное, два раза по купонинг будет. Сначала тот видеоролик, потом там, что я затом, потом это. Но слушайте, два Месси в паке, два Месси. Это с ума сойти. Слушайте, это охрененно. Так, поехали, откроем еще этот пак. Ну, это так, знаете уже, мы, в принципе, всего добились. И если нам что-то тут годное упадет, то это будет круто. Поехали, это кросс. Я надеюсь, это кросс. Давай, 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 давай. Давай, давай. Да, да. Кто ты? Так, это что-то хреновое, да? Нет. Это Сусо, который очень быстрый и который... У меня просто Куадрадо, а он правый полузащитник. А этот Сусо подходит мне на 4-3-3. И у него есть все необходимые для этого статы. Так, а что у нас со скоростью? Скорость 8... Ну, скорость нормальная, пойдет. Слушайте. То есть, мне сегодня реально фартануло. Я не знаю, это затягивает вот эти паки все, но... Я предлагаю открыть еще два пака. Этот я скипну, последний я не буду скипать. Поехали. Раз, два, три. Это... Ну... После всех вот этих вот крутых паксов. Ну, Савич... Савич, а что у него со статами? У него 192. И ему всего 24 года. То есть, вместо всяких Де Йонгов... Нет, Де Йонг остается. Вместо всяких тяжелых Видалей... У меня пойдет Савич. И все. Тут на скорость уже не смотрим, там на другие статы надо смотреть. То есть вместо всяких толстых Видали пойдет молодой Савич. Нормально. В принципе, это так себя типа оправдываю, да. Поехали. Последний пак. Последний пак. Не знаю, повезет, нет. Это у нас... Так, это Нидерланд. Так, это черный мяч. Но, скорее всего, так себе. Получается, кто ты? Я не знаю, кто это. И это... Серьезно? Мы просто самые... Я не знаю... Ребят, напишите в комментах, как вам повезло или нет. Но, слушайте, у меня даже... Еще один правый на... Да куда мне их? Куда мне их? Скорость, ускорение... Ну, у этого парня скорость и ускорение похуже 83-87. Но на самом деле не все от скорости, как говорится, зависит. Вот.
Потому что, ну как вам сказать, есть еще всякие контроль мяча. Все, больше я ничего не знаю. Вот. Слушайте, а что если мы сейчас откроем последний пак? Блин, у меня последняя цель будет, это достать вот этого Месси. На самом деле у него статы, конечно, похуже, но самая заветная цель, конечно. Поехали, откроем один такой пак. Один. Там будет три игрока. Скипать, не скипать, я, конечно, не знаю. Давайте не будем. Это у нас Испания, и это... так, это золото. Да, ну, давай одного черного. Блин, просто истратил монеты. Под конец как-то... А, нет, это Лукас. Еще один правый нападающий. Да куда же вас столько-то, вы чё? Так, ну, у него, конечно, статы хреновенькие, хреновенькие. Ну, под конец, конечно, слил все бабки, можно сказать. Ну, в принципе, все. Что еще можно сказать вам? Ребят, подписывайтесь на канал. После такого дропа 2... Я вам сейчас покажу, что это не... все реально, вот сейчас... Не знаю, там реально будет 2 Месси или нет. Так, вот смотрите. Да! 2 Месси. То есть мы делаем вот так. А потом мы делаем... Так, как мы делаем? Вот у меня проблема самая, это вратарь. Потому что, ну вот мы... А, нет, смотрите, у меня есть... Почему вот этот 90, этот 91? Это не прокачка, ребят, это реально. Мне выпадал 91. Ну, не знаю. Что-то странно как-то. Окей. Вот, в принципе, показываю вам свой состав. Тут 100% no donate, так сказать. Вот, что еще тут можно показать вам? На замене у нас будет топовый нападающий. Вместо того коротышки, так сказать, будет вот топовый у нас теперь. Чечевица, ну... Если Гена Миллера, как бы, вспоминаете, да. Вот, потом Де Йонг, молодые пацаны, позиции игрока меняем. Очень плохо, что здесь позиции игрока, конечно, нету цапника. Вот. Мне бы с цапником, конечно, схему какую-нибудь найти. Вот, тут заменяем мы, потом еще что-то делаем. Вот, ну еще заменка на правого нападающего. Ребят, вот вам на заметку, смотрите. Делайте всегда вот так. Потом правый нападающий, потом слева. А слева у нас кто? Ну вот, блин, у меня столько... Я просто сейчас, это, я не знаю. Я пойду сейчас по 1000, ребят. Я пойду по 1000, реально. Вот, ну, с вами был, как всегда, Руцифер ФПС. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик. Можете... послать друзьям, показать, какой у меня дроп сегодня выпал, а я пойду за Месси поиграю, чук-чук-чук-чук. В общем, всем пока.